Так, мануальчики. Мяты немного. Супер. Рекламный проспектик. Да, здесь бленды, штативы, микрофоны, фотовспышки, фильтры, диски, штативы. Или штативы уже сказал. Ну, понятно, да? Флешечка 16 мегабайт. Вот такая флешечка. Руководство по эксплуатации на флешку. Так, какие-то шнуры запечатанные с видео, прикольно. Это наклеечка, сразу вижу, здесь выпала наклеечка на мини-DV-кассету. Причем наклеечка абсолютно целая. Значит, я предполагаю, что есть мини-DV-кассета. Кабель, прикольно. Так, ну евро-выход, понятно, или евро-вход. Типа... Может, к телевизору подсоединять или к монитору. Или к компу. Нет, к монитору, наверное, да? Но я в этом не больно-то шарю, как говорится. Так, еще шнур. Еще шнур. Ну, вот это точно подключать к телеку. Мини-джек обычный, а здесь тюльпаны. Два на звук, один на видео. Стерео и видеосигнал. Что-то здесь еще интересное. Это что-то для флешки. Классная вещь. Не знаю еще что, какой-то адаптер, какой-то переходник, вот здесь кнопочка. Вход для флешки. Вот такая. Ну, это, по-моему, крышка, где заглушка аккумуляторного отсека. Так, адаптер-переходник для карты Memory Stick. Если слышно, что я говорю в нос, прошу прощения, немножечко продуло. Аккумулятор. Охренеть, здоровый. Зарядка. Вот второй шнур. Зарядка. Так, это какой-то, охренеть, отдельная зарядка. А, нет, нет, это животное. Или нет? А, я понял, для чего это. Это все. До меня дошло. Ну, конечно же. Вот это сюда. В адаптер для флешки. Здесь так сильно замотано, что аж погнулось. Вот здесь вот на перегиб пошла. Лучше этого не допускать. Оставлю я его вот в таком виде. Пусть отдыхает. В приличнейшем состоянии. Просто приличнейший. Так. Проверяем. Не работает, да? Оригинальные батарейки Sony. Которые, к сожалению, не работают. Вроде бы. Я ничего не вижу. Здесь такие батарейки. Распечатанные даже. Они распечатаны. А, как вандал открываю. Оп, все работает. Так, что это такое? Фотовспышка.
Sony. Симпатичные. Так, дальше. Ремешочек. А, ну и все, собственно, сама видеокамера. Темно-темно-синий цвет, мне кажется. Я не знаю, камера передаст это или нет. Я вот сейчас в камеру смотрю, как будто она просто серая. У нее такой глубокий темно-синий цвет. Вот тут видеокамера. Ух, она прекрасна, состояние просто идеальное. Как-нибудь сделаем на нее обзорчик, когда я ее немножечко пощупаю. Опачки. Как? А вот и флешка. Кстати, кассеты так и нету. Наклейки есть, кассеты нет. Но у меня полно кассет и нет наклеек. Окно такое прикольное для флешки. Посмотреть, флешка там или нет, хотя здесь ее и так видно. Здесь окно еще. Ну блин, она великолепна просто. Ну просто супер. Так, что мы имеем? Камера великолепная. Великолепная. Я просто в шоке. Идеально она. Так, откроем ее. Идеально, идеальное качество. Это 5 из 5, ребята. Камера, кстати, может записывать. Есть кнопка REC. Двойная кнопочка. Есть замочек, чтобы не фотографировала. Его можно закрыть, и он не будет в режим фотки. Дальше камера не будет уходить, короче. А если убрать, можно в режим фотки зайти. Я обычно ставлю. Вот у меня есть еще одна такая камера. Подобная. По органам управления видно, да? Где понавороченнее. Хотя эта камера очень навороченная. Из 90-х. А в 90-х люди, я скажу, делали такие вещи. Вот. Ну, тут бленды еще. Сейчас бленду, наверное, сверну, посмотрю без бленды. В общем, такие дела. Спасибо большое. Всем пока.